Ну, Костя, я тоже. Это мы с тобой живем, на этой земле стоит. За встречу, выпиваем встречу, да. Так, вам, вы за рулем, поэтому вам нельзя. Вот, а мы так, ну давайте. Посвящается нашему великому зодчему революции, дедушке, который любил всех детей, Владимиру Ильичу Ленину. Самый человечный человек. Торжественно начинаем. День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин. И вместе Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. Буре надежде и в радости, папа, Ленин в твоей судьбе, в каждом прошедшем дне Ленин в тебе и во мне. Вот так. И все встают, зал встает, и вот так. Молодцы. Вот так. Да. Молодцы, да. Классно, да. Ребята, а мы живые, несмотря на Ленина. Вот Ленина нет уже, а мы живые с вами, а мы вечно живые с вами. Вот так, да. Вот так, здорово. Да. Ну, ладно, давайте немножко еще поговорим чуть-чуть хотя бы. Ну, я не буду это... Ну, вот это я точно опубликую, ребята. То, что поем, это я опубликую. Здорово, на самом деле здорово. Я очень хотел вот своих друзей познакомить. Это то, что у меня сам мой первый друг, с которым с первого класса, а это мои новые друзья. Со второго. Ребята, да, ну, да. Что бы я без них делал? Серьезно, это ребята уникальные. Я вам так скажу. Я всем рассказываю. Я же старый тоже стал. Я понял потом, с какого-то момента понял, что у меня в Коктебеле же много друзей. Он знает, там же сотни людей со всего Советского Союза. Но я потом стал, я так устал от этих алкоголиков, там, понимаете, что я стал потихонечку их, ну, я не ругался ни с кем, но я стал просто, я оставил самых, которые на самом деле меня любят, они постоянно приезжают, они меня любят, и я их люблю очень. Я к этому трепетно отношусь, к своим друзьям настоящим. Вот, я только сказал, ты понимаешь, он сам позвонил, Саша, поехали в Устюжу, вот ты хотел, ребят, ну как это можно молодец, еще? Да. Ну как это, да. Он же сам поехал, но ему самому интересно посмотреть. Ну он увидел, там ничего особенного нет, конечно, в Устюжне. Да, пусто. Но ну, все равно, он посмотрел, он приехал, Боровичи посмотрел, ну что там, а Боровичи вообще новый город, он же, ну там же 1700 какой-то год, да. Устюг уже 1200 какой-то, да. Она чуть-чуть младше Москвы, да. Угу. Ну, посмотрел, вот. Я, конечно, благодарен. Он меня спрашивает, он меня часто, а ты на Белое море меня, ты меня не ругаешь на Белое море? Я говорю, да, Игорек, спасибо, но больше не поеду. А мы все собирались на Белое съездить. Вы собирались? Да. Вот давайте, он вас возьмет, он же всех берет. Давай Рудика возьмем. Рудику 83 года. Он всех готов взять, но он не понимает, что этого нельзя вообще. То, что мы не можем. Я не транспортабельный. Вы же собираетесь ехать просто. Чего? Следующим летом. А, мы не на Белое, мы на... Карелию собирались. Ну, Карелия разные. Есть Карельский перешеек. Есть Карельский перешеек. А это Белое море, там это Кольский полуостров. Там еще дальше. А этот же человек, ребята, он сейчас на Ладоге был. Он, значит, на остров плавал. Сколько там километров-то? 4,5. 4,5. Так извините, она же вот каноэ, это спортивная, она вообще... Ничего, вот, ну, слушай, утонет просто, там вода ледяная. Это семейный? Да, так мы оставили, мы же вместе. Так, с семьей. У него девочка потом. Маленькая, у него Машенька. Да, Машеньке 3 годика, да. О, мы вместе же, мы на острове мы сейчас приехали, да, с острова вместе. Да. А потом я поплыл просто. Он один поплыл, вот, а мы с Машенькой поехали вместе в Питер, да. У нас вот этот Коля Плант еще с своей подругой был, и мы в Питер поехали, да. Вот. Слушай, а в Боровичи чего? В
каком смысле чего? Ты говоришь, вы в Боровичи ездили. Приезжали мимо Окуловки. Мы встретились... Да. Когда мы собирались в Устюжную ехать, был вопрос, как ехать, по какой дороге ехать. Вот. Понятно. Он мне сказал, Окуловка. У меня почему съехалась Окуловка? Да. Я сразу вспомнил Володю, да. Что Окуловка, да. Ну, Окуловка, да. Ты понимаешь? Мы могли туда и по-другому поехать, в одной другой стране. Ну, вот мы поехали специально туда. Только чтобы вот к вам заехать. Да. Молодцы. Ну, а Игорек, он меня всегда поддерживает, поэтому он никогда... Ну, вот такие ребята, да. Ну, отлично, посмотри, у тебя такие молодые друзья. Да, ну да. Это здорово, Саша. Ну, да тоже старый уже, тоже старый. Игорь, он тебя старым назвал. Ты меня старый. Себя посмотри. Потом припомни. Ну, ладно, хорошо, все, нормально все. Все чудно, ребят. Хочу сказать, что здоровье не надо. Вот мы просто мало, много говорить не будем. Я хочу сказать, что не надо думать о здоровье. Здоровье оно само придет. Надо жить, вот как ты есть, Володенька. Вот живи, какой ты есть. У тебя потрясающая душа хорошая. Ты какой был, такой остался. Ты не изменился абсолютно, поверь мне. Абсолютно не изменился. И это самое главное. Надо быть людьми. Независимо, кто ты самый, кто ты пожарник, там, президент, да, самое. Надо быть людьми, и все. Конечно. Самое главное вот в этом. Я не знаю, я не думаю никогда. Вот я почему, мы с ним Толстовцевым, мы часто спорим тоже, боже мой. Я, это нормальное явление, когда люди могут... Кто, разве дело в том, что вот волосы, не волосы, раздетые, одетые... Вот, Володя, я изменился из-за того, что у меня волосы, прическа? Я абсолютно какой был, такой остался, правильно? Я хочу сказать, чтобы он знал, нас в школе, я опять хочу вспомнить, нас втроем с Башмаковым называли, значит, это тебя, кажется, фруктом называли вроде, это у нас, да, это битфрукт. Не говорил. Да вот я просто говорю, да, Фаина Александровна. Фаина, у нас по русскому языку была. А с этим я вообще боюсь разговаривать. Нет, про меня, нет, это с Башмаковым, кажется, она говорила, да. Про меня, она говорит, этот вообще с Луны свалился, она говорит, потому что мы сидим, а я там мечтаю, о чем-то смотрю. Они что-то там несят, а я что-то смотрю куда-то там, я всегда так. А это вообще, говорит, то есть они, то есть просто отморозки какие-то. И вот эти отморозки, вот мы нормальные ребята на самом-то деле. Вот. Я очень вас хотел познакомить, Игорек. Ты знаешь, спасибо, что меня привез сюда. Я с Володей, потому что Володя удивительный человек. И еще раз говорю, это он, который вот каким был, таким и остался. Это здорово, когда человек не меняется. Который не влияет вот эти всякие, вот эти партийные, вот эти. Потому что я говорю, передай, скажи, что Травин тебя помнит, скажи, несмотря на то, что ты его не узнал, он тебя помнит, скажи ему. Да. Я к нему изредка заезжаю в Вырец, у меня же родители в Вырице похоронены. А я еду, когда в Красное, я поворачиваю, там мне 11 километров до Вырица доехать. У нас был с тобой с первого класса, был, я сейчас скажу, кажется, фамилия его, кажется, Ковчик у него фамилия была, Тоже хороший, он с первого класса с нами учился, я потом его нашел, я ему написал, он мне даже не ответил, он то ли перепугавшись, перепугу, наверное, не ответил, да. Далее, когда я уже рокером был, у нас был Сашка, пел этот потрясающий из Дворца пионеров, солист Дворца пионеров, Архаров Сашка. Я его нашел в интернете. Я говорю, Саня, пишу, так-то. Даже не ответил. Представляешь, ну это намного уже лет, и уже... То есть люди, они уже боятся даже, понимаешь, они не понимают, то ли... То есть они уже даже забывают, понимаешь? Может, а помню. Мы с тобой все помним, Володя, видишь, а мы помним все нормально, да. Слушай, а я у тебя был... Мы связывались с этим, с Борей Коганом. Да. Помнишь? Ты с ним... Я Борю до сих пор поздравляю, он да? В Израиле, я его поздравляю до сих пор с днем рождения. Он да. В Штатах же был? Нет, Боря в Израиле он живет. В Израиле. Я его поздравляю постоянно, он живой, у него внука много, вот, и я его поздравляю с днем рождения. Будешь связывать привет ему тоже? Обязательно напишу привет ему, да. Боря Коган в Израиле, да, в Израиле, у него там внуков много, да, да. Просто он знает, я просто хочу, Танечка тоже не знаешь, но Игорь тем более не знает. Мы когда маленькие были, у нас соседние почти дворы, и нам всегда хотелось пойти, вот ну, уже весна, и почему-то хотелось пойти без одежды, вот я не знаю, мне точно всегда хотелось вот, пойти просто так.
по второй советской ходили, помнишь, в школу? По второй советской? Приходим, да, по второй советской, да. В школу-то, да. Да. Я не помню, как это называлось, Володя, может быть, лучше меня помнит, я не знаю. Но мы, то ли дежурство какое-то первое, кстати, там ты знаешь, что там сейчас, да, находится? В этом нашей школе ты знаешь, что там или нет? А где школа ваша была? Второй советской куда? Я должен уже знать, это его район. Угла Орловского и второй советской. Орловская, тоже советская. О чем ты говоришь, Володь? Ну, нет, что-то... Ну, не то говорить. Не то. Не то. Вторая советская, во-первых, какой Орловский? Вот именно. Да. Какой... Володь, о чем ты говоришь? Какой Орловский? Да. Вот именно. А какой же это? А где ты хочешь Орловский? Да какой там Орловский? Вот именно, о чем он говорит? Она прямо Лиговская, Лиговка, там рядом Лиговка и Октябрьская гостиница. Помнишь этот самый, там же радиоузел-то, да? Подожди, ну, что вы... Давай. С одной стороны идет Лиговка, потом гостиница, а с другой стороны гостиницы Орловский переулок. Первая советская, а Орловский маленький вот этот, который, а между гостиницей этим, да? Да. Он лучше меня помнит, видишь, он знает лучше меня, да, помнит. Орловский соединяет первую советскую и вторую советскую. У него память лучше, чем у меня. А школа где? Да вот она прямо, ну что там в школе? Что в школе? А что в школе-то, скажи мне? В нашей школе, что? А я-то скажу тебе, я-то знаю, что... Там уже нет. Там... Там нету. Давно, там да. Сначала... Я хочу сказать, что там школа. После сейчас нас скажу, эти скажу. Вышибалы были денег. Как они назывались? Судебные, судебные исполнители, что ли? Ну, типа чего-то. Как, или коллега, не помню. А потом была налоговая, да? Нет. Коллекторская. Что? Главный центр по борьбе с наркотиками сейчас. О, точно. Мы же всегда все на гитаре. Все делали гитары, ты помнишь? Да, у тебя, даже у тебя гитара была. Так я сделал. Даже у него была гитара. А усилители шары такие, не помнишь? Да. У него было с бумаги. Или с чего у тебя было сделано? Все делали гитары. Самодельно? Да. Все делали гитары, да. Ну вот. И, Володь, спасибо тебе большое. Вот тебе спасибо, что ты меня привез сюда. Да, конечно. Я думаю, тебе тоже приятно. Юрич, расскажи, что ты приехал. Я к лучшему моему другу привез сюда. Он же, я ему рассказываю, а он же не понимает, кто такие, он же людей не видел. А мы же все какие были, такие есть. Конечно. Пока не увидишь, не поймешь, конечно, этого, да. Я хотел с Лопатиным всего познакомить, оказывается, Лопатин уже. Ладно, не хочу. Вырится же. Хотела фотографию из тюрьмы, наверное, более.